Администрация Октябрьского района порадовала горожан праздничной программой, которая развернулась на площадке около Ледового дворца. Малыши резвились на тематических площадках, организованных сотрудниками МЧС, участвовали в конкурсах и играх и просто весело проводили время, после чего состоялось дефиле колясок, в котором приняли участие 39 семей Октябрьского района. Оценивали их в 6 номинациях. Оно уже в районе проходит второй год. Вот, в прошлом году мы проводили, и достаточно широкий отклик, резонанс, в общем-то, оно получило как со стороны участников, так и со стороны организаторов. Поэтому в этом году нам очень приятно, и приятно то, что количество возросло. Участвуют многодетные семьи, все папы, мамы, то есть родители, коллективы педагогов. Одна из самых ярких и красочных была номинация «Коляска оригинального жанра», где родители проявили всю изобретательность и смекалку. Лучшие коляски по оценкам жюри будут награждены дипломами. Мы решили сделать танк, так что это самая лучшая защита. Делали его 3 дня, а еще очень повлияло на то, что это танк, как бы наш крестный папа пришел только с армии, отслужил и пришел. Вы знаете, в принципе, идея пришла очень интересная. Мы очень долго думали, какую тематику придумать. И там Тимофей, давайте мы говорим пиратов, пираты, мама, пираты.